Привет, друзья! Сегодня мы с вами поговорим про героя русской нации, про такого великого человека, как Фёдор православный толстяк Емельяненко. Мы знаем, что последний бой против японца он победил, и поэтому русское быдло просто в восторге. Ура, блядь! Русская сила, русский воин, блядь, Фёдор православный толстяк Емельяненко. Сука, какое это, блядь, дешевое позорище. Я не говорю о том, что последние бои Фёдора были куплены, потому что явная фальсификация, особенно когда он дрался против татуированного мужика, как там Монсон его звали или хер. Да мне вообще пофигу. Видно было, что тот даже не сопротивлялся, даже не пытался ударить Федора. На бое присутствовал Путин, поэтому все было понятно, что это сделано специально, чтобы скорректировать образ Единой России. Поэтому этот герой, кумир русского быдла Федор Емельяненко, не более чем клоун, не более чем продажный жирный дурак. Ну, мы сейчас поговорим немножечко о другом, о том, почему, в принципе, такое тупое чудовище, как Фёдор Емельяненко, абсолютно безмозглый дурак, который из религии делает пафос, выносит религию на всеобщее обозрение, свои религиозные убеждения ставит во главу угла и называет их причиной своих побед. Я там победил, потому что это там была победа всего православия. Блять, вот такую херню несет. На самом деле, это просто позорище. Это позорище. Это, блять, кто-то говорит, да, там, он поднимает образ России. Он позорит образ России. Все смеются над русскими, над теми, какое русское просто... Какие, блять, русские, это просто сборище баранов. И какое это просто тупое быдло. Потому что восхищаются каким-то придурком. На самом деле, скажу, что в Древнем Риме, который показал себя как идеал успешной империи, такая должность, как там выступать перед плебсом, это считалось, ну, чем-то очень унизительным и позорным, потому что такими вот боями публичными занимались только гладиаторы, то есть рабы. Там воры, убиты, там преступники, прочее человеческое говно. Поэтому статус у таких вот бойцов был самым низким. Их считали, да их даже за людей не считали. А теперь это о времена, о нравы, как говорится. Вот таким вот дураком, который ничего кроме как драться не умеет, им еще восхищаются и делают его просто-напросто кумиром. Почему? Опять же, я говорю, просто у русских очень примитивное понимание того, что такое война. То есть русские в основном думают, что война там это там танки, пушки, такое, то есть такое грубое воздействие. Но на самом деле это очень примитивное понимание войны, потому что при помощи там танков, автоматов войны ведутся только сейчас в отсталых странах. Уже, наверное, 2000 лет, как война имеет иной характер. Еще Наполеон сказал, одна вражеская газета опасней тысячи штыков. То есть сейчас эти процессы очень сильно обострены. Все войны сейчас ведутся на двух направлениях. На экономическом направлении экономические войны и на информационном направлении информационные войны. То есть воин это не идиот там с автоматом, а воин это журналист, который пишет статьи, это телеведущий, это репортер, это тот, который может создать дистанционное и массовое влияние. Потому что информация это самое страшное оружие. Ни автоматы, там, блядь, ни танки, ни уж тем более кулаки какого-то тупорылого Фёдора Емельяненко. Потому что при помощи кулаков только бомжи дерутся. Почему мы восхищаемся? Ой, я сказал мы? Фу, ой, боже мой. Наверное, где-то в глубине души
При помощи атавизма я еще отношу себя к русским, но на самом деле сознательно это не так. Я уже давно не отношу себя к русским, просто потому что я не хочу позориться. Это слишком. Я не хочу себя просто принижать до уровня всякого быдла. Так вот, почему все-таки русские восхищаются Емельяненко? Да потому что просто абсолютно не соображают, что такое война. Русские танки вошли в Берлин в 1945-м. Русские пьяные солдаты, ужратые, ужратое быдло прошлось по Европе, это назвали победой. И поэтому русским внушали, да, победа это танки, автоматы, там убийства, но ничего подобного. Кто выиграл Вторую мировую войну? Давайте сравним сейчас экономическое положение Германии и экономическое положение России. Так что получается, Германия выиграла Вторую мировую войну. То есть сила-то на самом деле не в том, сколько у вас в государстве ужратых дебилов, которые с автоматами готовы броситься на амбразуру. Нет. Сила для государства это сколько у вас воинов, настоящих воинов, экономистов, юристов, журналистов. Потому что эти люди создают настроение. Они создают среду, в которой все живут. Более того, создают правила игры. Вот если бы у России действительно была сила, мощь, то восхищались бы банкирами, какими-нибудь там суперкрутыми журналистами, экономистами, типа Генри Форда, которые могли свою фирму, свое предприятие создать. Нет, восхищаются какими-то тупыми бомжами, жирными ублюдками, вроде Федора Емельяненко. Это полное падение, вообще полная деградация, полное вырождение русского сознания. То есть сознание русских и их понимание того, что такое война, находится на уровне дебилизма, на уровне бомжей, на уровне первобытно-общинного строя. Вот и все. Повторяю, что сейчас все войны, уже даже может быть не то, что там информационные, экономические, может уже даже энергетические войны. Вот так вот. Поэтому солдатов, воинов в России нет. Абсолютно нисколько. Россия это очень слабая страна, это беззащитная страна. Потому что все, что могут русские, это нажраться и там пойти махать кулаками, либо выжрать пиво и болеть за Федора Емельяненко. Что там еще могут? Ах да, взять в руки автомат и продать его за 100 долларов. Как сейчас в русской армии происходят все процессы. Воруют по-страшному. Вот это вот, говорится, Russian power, русская сила. Поэтому, наверное, в мире нет более слабой страны, чем россияне. И вот русские плебсы именно развлекают такими низкосортными спектаклями, как Федор, православный толстяк Емельяненко, какого-нибудь там еще другого придурка избил кулаками, причем даже не по-настоящему. Русское быдло радуется. Блять, какое позорище. Просто, блять, это просто. У меня на самом деле, я вам все, все. Слов на самом деле нет. Причем все, кто управляют Россией, они прекрасно понимают умонастроение людей и дают им то, что они хотят. То есть управление здесь происходит просто в высшей степени умелое. Ну, типа как все. Да. Бай-бай.